Август 2013 года. Швейцария. Авиабаза Марринген. Юбилейный 10-й чемпионат реактивных радиомоделей копий Jet World Masters 2013. Приветствие участникам и гостям чемпионата от пилотажной эскадрильи ВВС Швейцарии, команда PC-7. В этом году в чемпионате принимают участие 64 пилота из 18 стран. Моделисты соревнуются в двух классах – 13,5 и 20 килограммов. Сборная команда России представлена тремя экипажами. МиГ-15 с улучшенной копийной отделкой, пилот Михаил Боленко. МиГ-27 с полнофункциональной механизацией крыла изменяемой стреловидности, пилот Борис Сатовский. И Як-130 в версии 2013 года, пилот Виталий Робертус, чемпион мира 2011 года. Как и два года назад, модель Виталия Робертуса – флагман чемпионата. Новый Як отличает большое количество конструктивных изменений. В модели предельно точно исполнены мельчайшие детали и светотехническое оборудование прототипа. Другая модель Як-130 в красной раскраске предназначена для тренировочных полетов и участия в шоу-программе чемпионата. Уровень и точность копийной оснастки новой модели значительно превосходят требования, установленные правилами. По сравнению с прошлыми чемпионатами, заметно вырос уровень и других моделистов IGMC, в том числе по технике пилотирования. Итоговый результат во многом зависит от полетных туров. Несмотря на порывистый боковой ветер, тренировки начались с первого дня чемпионата. Желающих летать при таких погодных условиях оказалось немного. Но до начала соревнований необходимо адаптироваться к непривычной горной местности. Виталий Робертус использует этот шанс с максимальным количеством взлетов и посадок. Еще один тренировочный полет выполняется на новом Як-130 с полной отработкой летной программы чемпионата. Проверка ВСУ, проверка щита. ВСУ, есть щиток. Есть, свет. Гироскоп третий. Гироскоп третий, передернет. Поехали. Холодный набор. Полный газ. Падаем спокойно, потом добавляем. После него будет 90-270. Падаем. Встал. 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 3. Пошел 90. Ладно. Нау. Отлично. Набор. Руль. Литес.
Now. Тянем. Правый руль на выводе. Право. Площадка. Finish the return на две бочки. Реализм. Удалиться немножко. Ну ладно, тут подрезаем. Да, 2X rule. Газу, левый руль. Now. Now. Разгон. Пошел. Поздно газу дали. Вверх дорисовываем. Правый руль. Землю, высоту, воду повторяем. Деревья. Газу. Пошел. Пошел. Левый руль. Лево. Лево. Высоту воды повторяем. Дальше будет 45-225. Тянем. Финиш. Левый отвал. И падать. Разгон. Позитив G-roll. We're landing here. Now. Высота это. Нормально. Можно было еще упасть. Финиш. Отваливаем. Отваливаем вправо. Прямая остановка. Внимательно. Щиток. Финиш. Входы лампочки. И раскоп выключаем. Рулежка. Условия для полетов очень непростые, поскольку кругом горы, они достаточно высокие, и зона для полетов весьма и весьма ограничена. Это требует от пилотов высочайшего мастерства. Это вместе с тем это дополнительный стресс. И на мой взгляд, наша команда с этим справляется очень неплохо. К началу второго тура погода ухудшилась. Район полетов оказался в зоне дождевых облаков. Перед полетом Яка дождь прекратился, но вместе с появлением солнца поднялся боковой порывистый ветер. Условия пилотирования также усложнялись дымкой и высокой влажностью. На фоне гор на больших дистанциях Як буквально сливался с местностью. В момент захода на посадку ветер резко усилился. Управление моделью на посадке и пробеге при сильном боковом ветре требует особого мастерства. Я майор Питер Майкл, командир пилотажной группы «Эскадрон 12» ВВС Швейцарии. Мы летаем на самолетах Pilatus PC-9. Но когда я был молодым, я летал вот на таком вот F-5 Tiger. Еще были Hunter и Vampire. Летать на настоящем самолете среди швейцарских Альп — это непередаваемое ощущение. Вчера я увидел модель Як-130 и испытал похожие чувства. Это невероятно, насколько он реалистичен. Фантастика, истинное мастерство. Я поздравляю вас. Як-130 готовится к вылету в третьем туре. Еще раз проверяются все системы и работа двигателей. Виталий сохраняет лидирующую позицию. Следом за ним, с небольшим отрывом, один из сильнейших пилотов мира. Немецкий спортсмен Штефан Фолькер на модели самолета L-39.
Отточенная техника пилотирования немецкого спортсмена не оставляет Виталию права на ошибку. Штефан Фолькер передает эстафету решающего полета Виталию Робертусу. За полетом Як-130 с восхищением наблюдают тысячи зрителей. Удалось отлетать хорошо, то есть ветер был не очень сильный, практически по полосе. Удалось отлетать без таких явных там каких-то больших ошибок. Ну, по марке были, какие-то недочеты были. Но это всегда в каждом полете есть. Но очень надеюсь, что результат второго полета удалось улучшить. Но надо будет посмотреть, какие будут итоговые оценки. Но единственное, к сожалению, мы узнаем это только уже на процедуре награждения. Сразу же после успешного завершения летной программы первенства чемпион мира Виталий Робертус открывает шоу-программу чемпионата ярким выступлением на Як-130 в красной ливрее. Roberto.